Десятый. Киев Art Contemporary, которая задумывалась как Art Fair, то есть ярмаркой, то есть престижным коммерческим мероприятием. Таковым, увы, не стало. Не мне вам, люби глядачи, пояснять почему. Но обратилась в цикл проектов именно contemporary, то бишь современного актуального искусства, и мою специализацию тем самым. Однако освоить этот непомерный объем визуальной информации сложно. Я даже вдруг вспомнила свой 9-летнего возраста ужас перед анфиладой залов Эрмитажа и легкого пренебрежения уже во взрослом возрасте к анфиладе Лувра. Пойдя налево, на первом этаже я увидела хорошо знакомые каталогизированные полотна эпохи трансавангарда. Стало скучно. Они мне ведомы издревле. А то, оказывается, уже все в частных коллекциях. Ведь мне, как арт-критику, положено заниматься в первую очередь искусством, а не коммерческим искусством. Словом, нужно было подниматься на второй этаж. Там площади, доложу я вам, тоже чрезмерные. Итак, 10-й Kyiv Art Contemporary. Второй этаж исключительно. И образцы Art Contemporary тоже исключительно. Ах, да и то в выборке. Все не освоить было. Даже в стилистике, надеюсь, уже привычной моим зрителям, my favorites. Итак, пошли. Точнее, начинаем подъем. По неприятно синеющей, вероятно, из-за sound designer installation, то есть звукового оформления, возникает трепетная мысль, что то нас, зрителей, там наверху поджидает. Да, предчувствия ее не обманули. Ожерелье или нанизанность почесывающихся оголенных торсов крайне неприятно, на грани омерзения. Сказать достаточно неприятное, чтобы не сказать тошнотворное. Это почувствовать. Лишь со временем, после, можно при желании переосмыслить как демо или демонстрацию основного занятия нынешней молодежи. Работа Сергей Петлюк. Возданная колонна. Далее столбы, как столпы корифеи украинского искусства Тиберия Сильваши. Мне удалось придумать некую версию этой инсталляции. Это, возможно, пограничные столбы, хотя их окрас не дает подобной подсказки. А вот завораживающая красота. Да, именно красота лазерного шоу, где нечто бесформенное и переливающееся лазерными цветами погружает морские пучины и усыпляет. Человек должен впасть в транс. Хотя в модных клубах, напротив, способствует возбуждению. После всех этих глубинно-морских погружений было бы отрадно взглянуть в окно, но там монастырь, и уже библиотекой Лавры заздорово живешь, не попользуешься.
коллаж, выложенный то ли из гильз, то ли из будущих фейерверков, почему-то сразу вызывает подозрение. Хотя видно, что это арт-объект. Да, миновали те времена, когда коллажи создавались из разного рода бумаги, ненужных фото и картона. Ага, тут же поруч граффити. Ну, это, безусловно, не Бэнкси, в работах которого присутствовал ненавязчивый, но сильный гуманитарный человечный посыл. Благо, объемы арсенала позволяют засунуть внешнее вовнутрь. Тут же работы директора Института современного искусства, участника самой Венецианской биеннале. Отличием его творения является, что по определению есть позитив, их четкая опознаваемость. Особенно эта фигура с поднято воздетыми руками. Идем дальше. И натыкаемся на одиноко висящее полотно заработавшего определенного рода славу Стаса Силантьева. И тут мне, как местечковой патриотке, подумалось, неужто нет творений одесситов? Нет, я нашла одно. Очень удачно. Оригинальные стены и подпорки из кирпича были выделены красной светоинсталляцией, что не украшало их, но выделяло, создавая хоть и угловое, но напряжение. А вот светоинсталляция. Инсталляция, она работает, мигает смыслами, создает отдельные акценты и, по счастью, не завораживает. Но нечто проговаривает, о чем-то сигнализирует. Good! Нужно показать, что оно объемное и многословное. Обожженные листы. О, знакомый одесситам автор Роман Михайлов. Обугленными, сожженными кораблями, которые пугают нас, одесситов, доселе бывших морским торговым, а не военным портом. Да, а многослойный картон и фактурен, и выразителен. Тут тебе и роза, и угроза. Какая коллекция? И тут я встречаю супер гиперактуальную для меня инсталляцию. Рогатки. Извините, но программа-то авторская, ситуация ута. У меня дома две. Две рогатки. Это мое орудие пролетариата. В войне с гадинами.
голубями, от слова «гадить». Но здесь, хоть и элегантно расположенными орудием студенчества, против иных гадин. Роберт Саллер. О, тут такое симпатичное полотно, апеллирующее к нашей истории, ее символике. Оно фактически держит на себе, собирает воедино экспозицию зала и эту красную, в прямом смысле, дорожку и лежащие, готовые к употреблению по назначению носилки. Да, это уже отошло в историю, якобы, но не подлежит забвению. События зимы 2013 года отлились в монументалистику, закарбувалися в стену памяти. Так это воспринимается. И несмотря, благодаря своей белизне, воспринимается очень трагично. Замечательная, практически гениальная инсталляция. Включая лестницу, приглашение взойти, присоединиться, что и имело место. От замечательных, впечатляющих работ перейдем к более приватным. Например, саркастичному, переобтяженному, перегруженному всякой-всякостью полотну, уже тоже корифея современного искусства Арсена Савадова. С ним отменно сочетаются работы, выполненные на нетрадиционной основе живописи. Тут даже ехидство просматривается. Живопись на пластилин и коврик. А вот столь разительно отличные по технике и посылу работы двух дам Влады Ралко и Грум Гржимайла. Я все же нашла одессита Тку Альбину Ялозу. В свойственной ей серийности ряда работ я усматриваю простреленное легкое. И это работы сами мне об этом говорят. Замечательная экспозиция, в которой задействованы работы, выполненные не только в разных стилистиках, но и техниках, особенно воском на стекле, где работает двойная прозрачность. И все вместе столь качественно, столь хорошо сделано и подано, гуд и даже зупа. Mm.
Интересно, это тоже относится к числу 1 к 3. Ладно, пошли. Воском сделаны работы. Поцарапаны на стекле. Поцарапаны фигуру. Что это? Металлоги. Ну вот боксы. Light боксы, скажем. Еще раз. Лайт боксы. Боксы, боксы. Боксы. Бачите, что боксы. Какие-то шабилы. Какие-то боксы с графикой. Дивная, поразительная инсталляция, выстроенная из проволочных полусилуэтов и телевизора. Эти полусилуэты больше и не нужно, ведь это пялящиеся в телек объекты. Отбрасывает на стену тень, образ себя. Они тени, они лишь оттеняют, даже не видзеркалиют себе. Тревожащее действие имеет место тут. Здесь какие-то кошмары показывают. Это просто. На сам кинец скульптура. Она металлическая, угловато-квадратная и идолопоклонческая, и огромная. Ее можно обойти, но не миновать, не обойтись без ее символики. А все вместе работает. А еще все работы, все украинских художников. И что особенно радует и вселяет оптимизм, работы именно молодых и среднемолодых участников выразительные и даже талантливые.